Еще будет зима, еще ветры подуют холодные, еще голод собью, разразится метель и пурга, чтобы нас испытать, будем ли для спасения пригодные, или силы не станет, когда нас облягут снега. Мрачная тень. Очень скоро уж лето закончится благоприятное, когда Бог свои милости щедрым дождем проливал. Когда были мы по-отцовски любовью обласканы, и так много благословлял. Но к концу все подходит, и время настало последнее. Как нам нужно, друзья, дорожить им, пока еще день, запасаться и лелеем, чтоб жизнью нам жить здесь победною. Пока ночи еще не накрыла нас мрачная тень. Будет трудно потом, если мы без запаса останемся, а пройти надо нам через все и в борьбе устоять. Где мы силу возьмем, коль сегодня мы постараемся, чтоб ее с тесным с Богом общение приобретать. Может, надо нам будет оставить все нами нажитое и пойти к Иисусу за стан, поругания неся. Будем твердо держаться Господнего обетования, будем верны Иисусу, чего б нам не стоило то. Не оставим, друзья, никогда своего упования. Жить нас не сможет ничто, ни метели, ни вьюги, ни ветры с пургою холодною. Бог своею любовью нас будет всегда согревать. А пока время есть благодатного лета Господнего, которым когда-то потом будешь лишь вспоминать. Ни метели, ни вьюги, ни ветры с пургою холодною. Бог своею любовью нас будет всегда согревать. Но не будем мы Богом оставлены забытые. Любит он, как отец, сына в жизни.
за нас принеся.